что, друзья, логика движения нашего привела нас в дилершип Lexus. Это место, где мы покупали обе наши машины относительно недавно, там 10 лет и мою 8. Вот, это парковочка, сейчас мы туда пройдем внутрь и посмотрим, что у нас есть. Покажи. А вот, вот она стоит. Это RX 350. Значит, RX 350. Постой сюда. Есть еще сейчас такой 450 гибрид. Вот, он практически, в один в один по размеру. Знаешь, что вот похоже, что да. У тебя тоже RX 350, но похоже, у что меня? Этот сильно больше. А этот L, видишь, он 350L. А, ну что, он длиннее. Может быть он, да, чуть-чуть. Сейчас давайте посмотрим. Ну, безусловно, у него вот задняя часть как-то побольше. Он подлиннее моего, да. Я на него специальные записи не заводил, но... Что касается вот обычного Lexus, там без L, да, я в частности смотрел 450 гибрид, меня интересовал гибрид. Давай глянем, может а быть. Он стоит какой-то маленький на улице, я маленький. Так. Вон он маленький, красивый стоит. Ну, на улице вот стоит. Да, да, вижу, сейчас мы здесь посмотрим. Это что такая за дурында? Вот гибрид, Света, как тебе гибрид? Посмотри вот на него. Здоровый. Как? Здоровый, ты думаешь? Ну, вот сравни с тем, который маленький на улице. Ну, мы посмотрим на маленький. Оно уже проданное, говорит, вот продано. Нет, ну, таких полно слышал. Гибрид. Ну, но тебе нравится идея гибрида? Идея гибрида мне нравится, что он очень большой. Так, ну, Света, пойдем посмотрим на тот маленький. Вот маленький, выходи. Так, это что такое? Это тоже здоровенский, конечно. Они побольше, чем мой нынешний. И учитывая, что я езжу один, конечно, и мне не нужен там третий ряд какой-нибудь или что-то. Это тоже гибрид. А что за модель? Что за модель? Это хороший. NX 300. А, это вот следующий, как у Наташки. Вот это новый, который новый, вместо ее стали выходить. Ты знаешь что? Но я бы не сказал, что он слишком большой для меня, например. Может быть, он для девочки великоват. А для меня так самый раз. А у Наташи NX 200. Да, у нее. Ага. Да, 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 да. Слушай, а мне это нравится. Ты знаешь, что неожиданно могу сказать, что и мне нравится. Нам нашли того же продавца, с которым мы беседовали в прошлый раз, покупая Светину машину, и мы разбираемся сейчас с цветом. So which one? This is Atomic Silver. That is okay. Atomic Silver. That's the silver. Мы смотрим, это Atomic Silver. See, this is the silver. А это просто silver. Так, этот, this is the atomic silver. Этот потемней. Свет, как ты выберешь? О, это красивая. Atomic лучше? Ну, мы не хотим две одинаковых иметь. Нет, правильно? У тебя какая? У меня вот такая светлая. Тогда, мы, вот такая, тогда да. Мы берем либо Atomic Silver, да? И там еще есть грей, yeah? Yeah, the grey like that, darker. Так, а это просто серый. Нет, серый не... А вон тот, это что за цвет, вот этот? Вот мне нравится вот такой цвет. That's Atomic Silver. Atomic RX. RX. Yeah. Ну что, классный. Here, if you wanna see on the NX, better see it in Atomic Silver. Да. Пошли посмотрим, как машинка будет выглядеть. Дело в том, что там получается, что цвет внутри салона ограничен тем, вот какой у тебя цвет как бы снаружи, экстерьер. Поэтому мы сейчас пойдем посмотрим, что у нас есть экстерьер. Вот, я думаю, что мы здесь хороший дил получим. Он нам обрадовался как родным. Atomic Silver. Да, и надо сказать, что женщина на фронт-деске сказала, я вас помню, вы приходили там 3 недели назад. Мы говорим, да. Она говорит, я вам сейчас найду того человека, который с вами работал, чтобы все по-честному. That one? Да, зеленоватый вот этот. Ну что, ребята, он шикарно выглядит. Я, честно говоря, не уверен. Свет, как тебе вот эта вот морда такая странная, необычная? Нет? Как ты к морде вот относишься? Ну, скажем так, что могла быть поинтеллигентнее. Могла быть, ну, да, что-то. Но, может быть, она же у них у всех одинаковая или разная? Ну, она, ну, сейчас новая тенденция такая. Он выглядит очень прилично. А это такой, подожди, это же не такой, это большой. Какой же он большой? Ну, это не тот маленький. Так, сейчас мы глянем. Это не тот маленький, это не... Это спорт. Так, сейчас мы глянем, какой он у нас тут. Вот он у нас, NX 300. Вот он, Света, да? А что он тут такой большой? Это спорт. Слушай, он прям выглядит... Еще раз, это спорт. То есть он больше. Он, может быть, the sport model is a little bit larger? No, they're all the size. Only the front grille look different. Everything the same inside. Он говорит, что размер тот же, только вот вперед у него немножко другой.
And what about the regular? Because you know, the regular like this. So that one is not sport. Yeah. NX on the hybrid doesn't have F sport. А, он говорит, у гибрида нет спорта. Ну хорошо. Вот такой вот. А что Света решила, что он больше стал? Наверное, зависит от того, под каким углом смотришь. The same front или немножко другой? Немножко другой. Да, получше, да? Ну он милый, Свет, он не такой маленький. Нет, здоровый какой-то вообще. Вот там вроде стоял, я Светик. Смотрю, маленький. Да, да. Так, друзья, как-то, говорит, в чужом глазу соломинка, там бревно, я дословно не хочу цитировать. Так, давай, Света, как тебе? На самом деле у нас со Светой есть... Да, все правильно, другое делаешь. А у нас есть такой вопрос, как, например, Света не любит водить мои машины, они для нее неудобные в вождении. Поэтому иметь мне такую машину, чтобы Света могла водить, тоже очень важно. Это один из... Слушай, очень приятный пульт. Ты знаешь? Прям похож на самолет. Так. Red? Oh. Yeah. Да, кто-то с красным внутри сейчас мы. Yeah. Okay. Some people like it, some people hate it. So it's matter your personal preference. Да, what are the choices for interiors? On the atomic silver? Yes. Black. Okay, it's either black or red. Yeah. That's it, just two. Mm-hmm. Okay. Видите, как с этим внешним цветом? Возьми хотя бы red, чтобы не было. Can we look at the black one? Yeah. There is a question here. Yeah. So you're John. Yeah. Yeah. So John, so Lana has a question. So the USB port, when you connect your iPhone over there, mm-hmm. would it reflect everything here? No, there's no Apple Play. Because you know the cars that we are looking. So it will not display the cell phone on the yeah, screen. Yeah. What you say like whatever on the screen, your yes. phone reflect there. That's Apple Play. We don't have it. No. Toyota mm-hmm. Lexus doesn't have that. Mm-hmm. And yeah. The navigation here, this is not the touch screen. No, not touch. How do you monitor like that? Using your finger like a mouse pad. Yeah. Over here? Yeah. Uh-huh. And then it will scroll the arrow down there. Uh-huh. Yeah. Okay. Так, вот эта машинка, она с черным. Я не знаю, можно ли... Нет, открыть ее нельзя. Но вот там, вот она с черным. Свет, а мне с черным больше нравится. Тебе, когда нагреется на солнце. Мне не будет не горячее, чем на красном. Красный довольно страшноват. А вот это, друзья, 450-й. Мы-то ведь пришли сюда из-за него. Но он какой-то несусветно большой. Слушай, он просто у нас потребности таких. Он заметно больше моего. Слушай, а вот это 350 стоит, да? Вот где? Вот этот маленький. Это 300. Да, вот это 300. Это вот как мы только что... Мы его как смотрели. Ну, он чуть даже меньше моего, может быть. Да, 450 очень большой. Я могу попробовать... Светик, возьми камеру, пожалуйста. Я могу попробовать сесть внутри, да? А ты на меня так наведи, а я немножко прокомментирую. Так, там... Такое ощущение, что там три ряда сидений, знаешь? Ну да, но он огромный. Сидений. Ой-ой-ой. А здесь сидеть тесно. Ну, надо отодвинуть, нет, конечно. Нет, ну, можно. Здесь цвет мне больше нравится, конечно, вот этот. Так. А цвет такой, ну типа стального, да, тоже? Ты знаешь что, здесь неплохо. Он очень похож на тот. Очень похож на тот. А... Итак, я могу с трудом дотянуться. Ты знаешь, он, конечно, больше по габаритам. И у меня нет объяснения, почему мне нужно такую большую машину, честно. Вот я езжу один... Только бензин жрет. Тут полно места. Да. Нет, ну гибрид не жрет много, но... В целом, неожиданно, я ехал с тем, чтобы на эту машину смотреть. Вот мы сюда приезжали, но неожиданно, глядя на NX, я могу сказать, что он мне больше нравится. Я не знаю, как с точки зрения шума Вот этого всего, но даже если бы не было того, я бы такую большую, наверное, не хотел. Она очень большая. Она, ну, очень... Нет, а потом подержи камеру, я посмотрю там с еще одним рядом сиденье. Подержи камеру. Чего с рядом сидеть? Ну, я хочу заднюю дверь открыть, просто взглянуть туда. Сказать, что вот я внутри посидел, и она, конечно, очень большая, и третий ряд сидений, и мы ехали, чтобы посмотреть на 450-й гибрид, но это действительно машина слишком для меня большая. Я даже не знаю там насчет цены там и так далее, я не смотрю на эту часть пока,
но она очень-очень большая. Слушай, а эти все машины... Да, мы сейчас меняемся местами и будем снимать тест-драйв. Так, Светик, я тебе передаю камеру. Посматривай, пожалуйста, вот сюда. У меня такое ощущение, что... Я ничего не понимаю. Вот увидишь, что погасло. Там сейчас вот видишь. Так, и старайся показывать вперед. Подержи, я пристегнусь. Давай. На этой модели, друзья, нету навигатора почему-то. Я не знаю почему. На этой нет, но как бы мы пока так поедем без навигатора. Светик, вот эта красная лампочка, когда горит, все нормально. Если она вдруг погаснет, тогда не все нормально. Ты хочешь дорогу показывать или тебя? Ты можешь показывать меня, когда я говорю, показывать дорогу, когда я молчу. Так, окей, почистили стеклышко, да? Более-менее. Окей, so, just guide me. Yeah. So we go to drive. Turn left on the roundabout. Here? Yeah. Up front, we're gonna go around and turn left. Here. No, 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 right. You have to go around the roundabout. Oh, around. Yeah, you're gonna do something like this. Okay. Okay. Mm-hmm. Then we go left here. Then at the stop light, we're gonna turn left also. We're gonna take one loop freeway. Ну, она совершенно замечательно едет. По-моему, она тише, чем аккуратно едет. Она очень тихая, но тихо. Но мы пока, Светик, находимся с тобой на городской улице. Но дело не в этом. Дело в том, что она будет на хайвее. Ну, вот там, я тебе сразу сказал, что та более шумная. И она была более шумная, чем эта. Так. О, мой гад. Ну, да. Ты бы дорогу показывала. Значит, вот представь себе, что вокруг нас, что вместе с нами люди, которые хотят видеть, что происходит. Понимаешь? Это вот твоя функция операторская такая важная. Окей. Ну, мне очень нравится, как она едет. Then we're going to turn right on the stoplight. Ага. Yeah. Да. Значит, что еще сказать? Сиденье довольно очень удобное сиденье. Довольно аскетичная доска приборная. Но это зависит от того, как нагружена машина там, и так далее. Вот то, что я перед собой вижу, оно довольно аскетичное. А так, то, что вот тут справа, ребятки, пожалуйста, вот то, что справа, оно получше выглядит. Так, ну как мальчик, или это девочка? Это девочка. Как пойдет девочка, существенно? Она нас как бы в одном месте. Да. Так, тут какие-то люди выезжают. Сейчас мы их пропустим. Окей. Шикарно. Сантана Роу, друзья, налево. On the first light? Third one. Окей. Okay. Ну что же. Тут дилершип со всех сторон. Очень много машин дилерских на дорогах. Так. Окей. Мне очень нравится, как она идет. Очень. Она идет более нежно, чем Acura, 100%. Не Acura, Audi. Да, она. We are comparing to the Audi, which we drove today. Oh, okay. They have hybrid also. It wasn't a hybrid. Oh, it wasn't. No. I mean, we are not paranoid about hybrid. I mean, it's a good option, but yeah. It's not like the major one. Nice thing on this, you just need to put regular gas. You don't need to put premium. Yeah, but we always put premium anyway. So to us, there is no saving in the quality of gasoline because we always put premium. Mm. And how often you have to change oil? Once the same, every 5,000 miles. 5,000, because on Mercedes it's one in 10,000. In 10,000, yeah. Yeah, you can do that, but on the recommended 5,000 miles or 6 months, but they put synthetic oil no matter what, so you can go up to 10,000 if you want. То есть на Мерседесе у тебя синтетическое масло, они говорят, можешь менять раз в 10 направо. Yeah, going to the right? Yeah. What is it sound about? That's my seat belt. Now I'm gonna put it on sport mode, you feel more responsive when you step on the gas. Okay. See the difference? На спортивные передачи идем. А, так он еще и сзади бибикает, если... Нет, это его ремень. Он правильно. Он отстегнул ремень. Еще раз, я говорю, раньше оно бибикало только вперед. Because this lane kind of bumpy up front.
если он без ванны, если саратовый. Мы идем на спортивные передачи, друзья. Ну, да, колесико под рукой очень легко переключается. Сказать по правде, я не чувствую, чтобы как-то сильно это сказалось на чем-то. То есть она и до этого очень классно. Ну, ты можешь попробовать переключить еще на другой я режим. Я боюсь на ходу переключать, потому что я не уверен, как это... Stay on the right? Yeah, I'm gonna exit. Окей. Ну что же. Так, но она должна и тормозить еще двигателем хорошо. То есть, когда так идешь на спортивной, она должна быть очень хорошо тормозить. Follow the white car over there on the right. Yes, yes, yes. Ну что, она, конечно, исключительно хорошо едет. Я тебе скажу, Света, что мне больше нравится, как она едет по сравнению с Audi. Да, мне тоже. Правда? Да. Довольно шумная, я тебе сразу говорю. Дело не только в шум. А, нет, ну ты на шум реагируешь, а я больше. Ну, по мягкости. So, how do we put it on push down, go back to normal. Just down? Yeah, push down. Okay. Yeah, is there any indication here which, of what, which yeah, mode? It's on the cluster, you will see it. Where? So, switch it to the right, and you will see it over there, it will say sport. Okay. But normally you don't see anything, that's the default mode. Okay. So, and then if you switch it to the left, that's eco, then it will show also. Okay. Видишь, раньше у нашей машины она на задние ремни не реагировала. Нет. Только на передние. Но теперь... это вот safety features, да. Uh-huh. So we will take right? Keep straight, uh-huh. On the second light, turn right. Okay, on yeah. The second one, okay. It has dual airbags, right? 10 airbags. Yeah. 10? 10 airbag. Oh, 10? Yeah, 10 wow. Airbag. Okay. Why wow. Is too many? Oh, nowadays it's standard. Now, a lot of cars around 10 airbag. Говорят, сейчас 10 мешков безопасности этих воздушных. Ну хорошо. Одному человеку сколько надо-то, господи? Ну, имеется в виду пассажиры тоже. Пассажиры, да. So, we turn right on the light? Yeah, turn right. Mm-hmm. That's different brakes. Okay. Безусловно, то ли мы привыкли водить Lexus, то ли что, я не знаю, но ощущение... Как родной. Абсолютно родной, да. Просто так вот, ну, как родился с этим делом. Окей. Frustration. Pep Boys. А, мы вышли на Алкамьяна снова. На этот самый. Стивенс Крик. Стивенс Крик, да. We're gonna pass three stop line if we're on the left side. Uh-huh. Yeah. Okay, so we go to the left. Yeah, we're gonna pass three stoplights. Да, ну что же, я не видел их navigation. Значит, скажем так, Свет, что в этом конкретном дилершипе, да, пробовать другие машины я не вижу смысла никакого. То есть RX 450, она просто очень большая. Uh-huh. Yeah, we are discussing that RX 450 is too yeah. Big. I mean, really, I don't want such. Plus, you have to put premium on that. Premium? Yes. On the RX Hybrid. We always put premium. But the thing is, it's just too big. Yeah. They get bigger and bigger, too, from the 16 and up. Yeah. That's why we're still selling the older model. Because a lot of people like that good that size. Mm-hmm. And also, they say more elegant look. I agree. It is more elegant, yes. Федик, показывай лучше дорогу. Что на меня-то смотреть? Хорошо. Безусловно, как водитель, я бы не пошел за Audi, я бы взял это. Так. And so what is the ballpark for a loaded car like that? With the sunroom. Yeah, the sticker around 46-47. Sticker carpool bike. Only plug-in. And they will end 2019. Uh-huh. They don't renew it after 2019. A sticker price is the price of the sticker which you can see in the window. Yeah, so that's the sticker price on the window. So what the best deal we can get there for fully loaded? Yeah, I'll find out more. You're a repeat customer, so it'll be easy. They make it easy normally on the repeat customer. So what makes us VIP customers? Because we already Because we already have a car. Okay. Yes. Yeah, you bought a car from us. Normally they already appreciate you coming back to us, so okay. That's why they make it easy.
You guys are Costco member also? Yes. Oh, Costco member actually is the best. So what, there a special discount for Costco members? Oh yeah, they set up the price is below invoice. So I will show it to you. Don't worry, if you're a Costco member, we have to honor it. Oh, okay. Yeah. No, AAA membership. Or? No. AAA is as no good as the. So where do go you left inside here, and I'll park you back outside later. Okay. Let's come. Oh, there's a car coming here. No, just stay. Or, yeah, I think they try to get over. Ты поставил назад, имею в виду. Я поставил назад, думаю, что надо отъехать. Alright. Ну, что же, хорошо. Yeah, go straight, go straight. Don't worry. Just go straight. And then you can park it on left and right, and I'll move it out right away. Sure. So just park it somewhere around left and right. Don't stay on the middle. Okay, yeah. Okay, and good. And then I'll move it out somewhere. Просто узнать цену машины, когда ты сдаешь ее в трейд-ин. Потому что мы покупали в этом месте, у них на нее есть вся информация, они кнопочку нажимают и смотрят, и, в общем, тут же тебе скажут, почем вещь. Хотя у нас уже есть два покупателя, которые выразили интерес приобрести нашу машину. Вот, так что, ну, посмотрим. Я, честно говоря, не знаю даже, сколько она стоит. Ну, нам сейчас скажут, сколько за нее даст дилершип. Это, конечно, на 3-4-5 тысяч меньше, чем... Допустим, можно было бы, ну, скажем так, чем заплатит тот, кто ее купит после того, как ее заберет дилершип. Видите, друзья, какой отравой травят людей, которые пришли покупать машинки. Вот, ну, тут тоже не самая здоровая пища. Ну, вот если орешки, вот с изюмом там, если кому-то. Ну, орешки, наверное, наиболее здоровые из того, что здесь есть. Вор зашел уже, там, дошел до цены. Вот тебе это смотрит, это стандартный пакет, это вот дополнительный, здесь написано optional, это дополнительный пакет. Вот оно пришло, все вместе там 46 736. Это, ну видите как, это MSRP. То есть это как бы такая условная некоторая цена, то что вот там у них на стикере. Но дальше нам попробуют какие-то там сделать возможные скидочки. Надо сказать, что Светлана очень критична к цвету автомобиля. В частности, она говорит, что жарко. Жарко. И вот у нас все-таки солнечно очень здесь. И тепло. Тропический климат. И она так смотрит на мою машину уже с тем прицелом, что она ее тоже может водить. Кроме того, что ее машина мне тоже нравится. То есть мы впервые оказываемся в ситуации, когда я с удовольствием могу водить ее тачку, а она мою. То есть, если это будет вот такая. Поэтому она уже так заинтересованно отнеслась и говорит, минуточку. Но если уже я, например, сяду, так она должна меня тоже устраивать. И вот в этой логике, значит, получается, что машинка, которая вот в этом цвете, что слева, там всего-навсего у них есть либо черные сиденья, либо красные. Ну и то, и другое. Черные свете не нравятся. Красные не нравятся цветом, а черные не нравятся как бы отражением солнечных лучей. Нам говорят, если взять белую, то можно вот такие. Да, вот нам говорят, можно вот такие взять. Ну, оно не открывается, но вот вы видите свет. Но это то, что надо. По цвету. Конечно, это даже не сравнить. Не знаю, но тебе-то она нравится. Безусловно. Соотношение белого. Нет, но ты бы ее водил. Я бы, безусловно, водил белый света. Не решил отдавать. Еще раз. Я водил черный. Я хочу сказать, я твою машину могу водить, и я белую, я бы тоже водил, вот особенно вот с таким сиденьем. Нам говорят, что нужно подождать 2 недели, пока она придет. Ну, я подожду, у нас нет пожара. У нас нет пожара никакого. Никакого, да. Слушай, Света, мы впервые попадаем в ситуацию, когда мы можем водить я твою, а ты мою. То есть я твою всегда мог. Да. А Света мою саботировала. Вот я хоть могу теперь выпить? Не, ну она большая, совершенно. Да подожди, как кто большой? Это совершенно не обязательно та же модель. Я их пока еще не различаю. Нет, она, он сказал, что точно такая же, только не гибрид. Да. Это тоже NX? Да. Да. Вообще вот эти вот RX стали очень большие, ну невозможно. Да.
это NX300. Я вам скажу, что на дороге, когда я вижу чистенькую, это важно, чистенькую белую машинку, я в восторге. Я хочу сказать, что вот я вижу много дорогих машин, которые белые ходят. Хотя у Audi, Света, красивые цвета, обалденные. Вот когда смотришь, глаз не оторвать. Это другое, это другое. Это другое. Красную? А ты, ну ты же не хочешь красную? Нет, Света не любит красную. Я бы ездил, это не красный, красный такой, знаешь, вопиющий. А what about red ones? So which? Black. Normally black, okay. Ну вот она с черным и есть. Ты знаешь, Света, никакого вида. Не-не, белый вот с бежевым. No, no, we like this one. Ну что, друзья, выезжаем мы из Lexus. Lexus нас смутил. Значит, во-первых, это нет ощущения, что я в той же машине, что вот сейчас еду. Это другая машина. И это очень хорошо чувствуется. У него панель другая, у него все другое. Все другое. Но, с другой стороны, здесь вот видишь, здесь какие-то деревянные водится, штучки. Водится он исключительно. Это... То есть, так вот, как с точки зрения водителя, исключительно. А, что лучше, еще? Лучше, чем это. Он немножко меньше этого, и это мне нравится. Потому что, честно, чуть-чуть меньше, но хорошо. Вот, потому что брать более крупный Lexus, я не знаю, куда он мне такой более крупный. Что еще сказать про него? И по цене разумный там, ну как бы все вроде там. У нас, конечно, список большой, и мы хотели посмотреть. Нам же кино надо снимать. Ну, кино, но так уже с точки зрения, мне захотелось эту машину. Если Audi, тоже он велся неплохо, и он мне тоже нравился, я не могу сказать, что Audi мне не нравился, то этот мне нравится больше во всех отношениях. Он тише едет, он лучше едет по качеству. Вот я тебе говорю, я на этом сиденье сижу, пассажирском, он да. Лучше едет. И надо сказать, что в Audi, в металле, как бы, да, вот в этом вот, она есть... какая-то жесткость. Есть, такая, есть такая, да, жесткая. Двери, да, не так открываются как-то, они такие... Они открываются, но не так нежно, да, нет нежности. Нету, да. Вот здесь нежно. Здесь дубовость так... есть какая-то, вот такая, кондовость. Есть, да. Но, хотя говорят, безусловно, Audi, безусловно, она едет замечательно, и дорогу держит, и все классно, и вот эта электроника, и такой, знаете, как в мультике, как в компьютерной игре, значит, вот... Вот эта карта, которая перед тобой. То есть там масса совершенно замечательных фишек. Здесь тоже карта, а иметь две карты, как бы слишком, ну, это самое. Еще раз, здесь тоже можно, там бывают такие модели на стекло, можно и так далее. Поэтому я думаю, что, значит, с точки зрения нашего процесса принятия решений, независимо от съемки там кино и так далее, надо было бы глянуть еще там парочку конкурентов, которые реально конкуренты. Допустим, если там вместо 46 тысяч там 65 или 70, то я как бы смысла не вижу особо. Вот, но... То есть только что вот для кино, знаешь. Вот, а так для приобретения нет. А, это Ford. Это Ford, там где-то должен быть... Да. В общем, наблюдаем. Когда появится BMW, ты мне скажешь. Да. Я не ожидал, что мне Lexus понравится больше, чем Audi. Вот этого я не ожидал. Да, потому что нам все уши прожужжали. Вы смотрели Audi? Вы, ну, смотрели, да. Audi, да. Идет первым в этом классе по рейтингу. Да. Понимаешь, ты он, видишь, как он у всех стоит людей первым. Все-таки они ищут там разные вещи. Это правда, там по многим параметрам, да, конечно. Может быть, конечно. Мы спокойный, умеренный водитель. Нам все равно, как оно там разгоняется или что-то. Нам нужно было удобно сидеть, чтобы оно надежное было и так далее. Чтобы было лакшери. Вот я тебе даже скажу, что даже это Lexus, он более лакшери, чем этот. В смысле, деревянные панельки вот эти. Он выглядит более лакшери, понимаешь? Просто, да, при том, что мы его и недорого брали, но... Ну, неважно. Дело, да, в том, что он выглядит даже лучше, значит, чем... Значит, я думаю, что мы должны еще попасть на... Мы должны попасть сегодня на BMW. Я бы, может быть, и даже на Jaguar мы не планировали. Но Infiniti и Acura. Ну, мы сейчас едем на них. Да. Вот у нас все это впереди.